Всем привет! Вы на канале Хадарики, Краснодарский край. Сегодня у нас 30 марта. На улице сильно похолодало. Вот смотрите, оделся как зимой я. Вот я так зимой хожу. На улице как осень. Вчера весь день шел дождик. Потом плавно стала падать температура, даже уже ночью было плюс один, я смотрел, и пошел снег. Утром весь растаял. И так сейчас местами то выходит солнце, то тучи идут. Ну, температура сейчас, смотрите, 8,8 градусов. Вот. Ну, считай, 9 градусов. Не, 8,6, вот так. От 8 до 9. Солнышко вылезет, вроде как 10 градусов. Да, жалко, конечно, цветут сейчас абрикосы, нектарины, персики, а у нас такой холод. Не знаю, что вырастет, нет, поспеет или просто пустоцветом все облетит. Сейчас вам покажу наши побеленные деревья. Что после дождя, как они стоят, не смыл ли дождик эту побелку нашу. Сейчас я вам покажу. Кто-то писал в комментарии, что после дождя у них покраска, побелка вся смылась. Вот у нас, смотрите, все деревья стоят белые. Хоть и, считай, весь день и всю ночь шел дождик. Ну, там уже ночью, говорю, снег с дождем был. Вот, смотрите, белые. Ничего не смылось. Все нормально. Я тоже переживал, потому что мы покрыли это все деревья краской. И я думаю, он толком еще не засохло, и тут дождь пошел. Тоже боялся, что смоет. Ну нет, смотрите. Покрывали мы, кто смотрел перед этим видео, с пульверизатора, с краскопульта. Сейчас покажу, какую краску мы применяли. Применяли мы вот такую краску. Водно-дисперсионная акриловая. Для плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Специально это. Но, оказывается, хорошая краска. Нам, считай, этой банки хватило везде. И на придомовой, и дома. Разбавляли водой мы ее. Так что покупайте, пользуйтесь. Хорошая краска. Да, жалко вот цветочки. Они замерзают. Пчелки сейчас не летают, пчела начинает летать только когда плюс 13, плюс 14 градусов. И сейчас ни одной пчелки не видно, никто не опыляет ее. Наверное, будет много пустоцвета, если совсем не замерзнут цветочки. Кто смотрел, я на улице сажал вот укроп, укроп еще не вылез. Только вот немножко появляется шпинат. Вон они торчат. Ну, видно, земля все равно холодная. Для шпината, видно, нормально, а для укропа холодновато. Тем более такое похолодание. Здесь рядом лучок. Петрушка тоже еще не вылезла. Зашел в теплицу, тепло здесь. Вчера весь день я не выключал обогреватель. Вот, инфракрасный. Потому что здесь как раз у меня посажены огурчики. Вот здесь кабачки вылезли, здесь помидорчики в баночках все сидят. Но вот сейчас без обогревателя плюс 30. Ну, а когда солнце вылазит, здесь жарко очень. Я даже приходил, когда утром солнце вылезло, плюс 40 даже показывало. Редиска все на месте, нормально. Все растет. Ну, здесь индийский змей салатный, огурчик. Один сам по себе пропал. Вот видите, ладно, я по два сажал. Вот что-то вот не пойму, земля поднимается почему-то местами. Как будто кто-то там под землей лазит. Тут какие-то трещины, и так раз земля поднимается. Из-за чего-то. Как будто кто-то там раз пролазит. Какие-то такие бугорки, как следы. Вот тоже
Может, кто знает, что это такое? Прям полоса такая. И видно, земля поднялась, и вот она трескается так. Что это такое? Первый раз такое вижу. Вот клубничка завязалась. Вот она. Оля работает в павильончике. Вот абрикос на придомовой успел отцвести он до холодов. Пчелки его опылили, много летало. Все, вот сейчас цветочки сбросил. Упали листики. Ну все. Вот этот будет вот здесь на нем, абрикосы. Вот на придомовой тоже нормально. Краска держится. Даже один день, если дождь был, устойчивая к осадкам. Вот тоже. Кто смотрел, это Оля здесь красила. И вот эти абрикосы попозже зацвели. И вот именно они зацвели, когда холодно. Вот смотрите. Все дерево в цвету. А вон вдалеке, если видите, это шелковица вроде бы. Вся-вся белая. Красота. Сейчас поближе подойду. Смотрите, вот так цветет шелковица. Еще называют ее тутовник. Вон там вдалеке тоже есть. Ну, везде все цветет красиво. Сейчас зайдем к Оле, поздороваемся. Тепло в павильоне. Здравствуйте, молодой человек. Всем привет, друзья. Сейчас у меня просто намерили тут. Не скучно? Нет, некогда скучно. Веселишься, да? А где-то твоей колонки здесь нет. Ты домой утащила. Нет, я домой не скучно. Сегодня так холодно, да, вообще? Ну, 8 косить градусов. Косить надо, ты видишь, косить надо. Трава уже очень большая. Она сырая. Нет, нормальная. Она вот сюда сейчас потом, надо отсюда, вот с этого стороны туда покосить, чтобы камни сюда не летели. О, что-то я выходила, тубарина. Ну, люди приезжают на велосипедах. Я говорю, бабушки. Холодно, говорит, да нет. Бабульки на велосипедах. Не холодно, говорит, когда вот это. Ну, ветер, говорит. А так, говорит, нормально, тепло. Ну, все, я пойду, а то у меня там же это. Я вижу своих этих. Потому что пол холодный. Сейчас оделись, как будто как зимой мы ходим. Мы вот так зимой ходим, да? Непривычно. А сейчас март месяц. Я иногда вот сейчас ее так вот снимаю, эту куртку. Не, ну я с улицы зашел, у тебя тепло здесь. Да, просто это когда... Считай, обогреватель нету. Сейчас народ был. Ты утром, да, сплит-систему включила? Нет, я утром, наоборот, не включала, как бы не было. А потом включила, да, когда люди пошли? Когда ушли, нет, они ушли уже. Оль, не, ну надо мерить, чтобы в тепле люди были. Да, не успела, они просто уже там просто зашли, и просто как некогда было. Ну все, я пошел, а то у меня же там этот агрегат стоит. Мне надо следить. У меня там палец вот этот. Ну все, я пошел. Я пошла. Агрегат. Так, что еще вам, друзья, сказать? Ну, нечего сказать, все нормально, все хорошо. Так что холодно. Жалко, что это. Да, ладно, всегда. У нас, кстати, на Урале, помнишь, это всегда, когда черемуха цвела? Ну, а здесь, да, здесь как абрикос. Я заметил, абрикос. Там черемуха, а здесь, наверное, абрикос. Вот какой четвертый год, считай, постоянно абрикосы, и все, и... Такие сейчас модные, друзья. Вот это, кстати, сегодня очень модные вот такие. Писк моды. Да, лосинки. Лапши. Но северянам далеко до них еще. Это в июне месяце. Нет, кто в спортзал ходит. А, недалеко. В спортзал. Ну, я не соображаю в этом. Недалеко. В спортзал кто ходит. Оль, ну я пошел, то мне надо это, за аппаратом следить.
Сфотографируй себе в группу. У меня есть группа. Кто рядом живет, подписывайтесь в группу ВКонтакте. 100 одежек называется. А лучше у нас кругляшок такой красненький. А там лучше написано. Приезжайте. Некоторые приезжают просто чисто пообщаться. Нет, ну что-то мимо ходят бабульки. У меня тут, ну не только бабульки. И с палочками. Просто люди гуляют, ходят. Я говорю, не холодно? Нет, не холодно. Ну, если сегодня к тебе на велосипеде приезжали бабушки. Ну, женщин там, да? Сколько им лет-то? Вон красотка идет с Магнитогорска. Друзья агаповские. Кто знает? Нет. Нашу Валентину Каликинскую. Ходила за точно. Хлебом, заходила ко мне. Вот она. Сначала в куртке-коробке, видать, переодела, сходила. Замерзла, видишь, она ходила за хлебом. Она сказала, мне очень нравится этот хлебушек. Ваш. Вот. Наверное, потеряла дом свой, не только. Вот, пусть себя на видео потом увидят. Она даже не ожидает, что ее снимает скрытая камера. Да. В июне опять уезжает в Агаповку. Ну да, она уже и так 3 месяца. Ну все, я пошел, а то мне надо следить. Смотрите, у меня какой женишок красивый. Прелестный мальчик. Отсвечивает. А ты поближе подойди. А посмотрите, какие у него пуговицы зачетные. Зачетные? Зацепился, Васек. Ух ты! А, на выпускной такой один, да? Посмотрите, какие пуговицы. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Очень красивый. Посмотрите, прелесть какая. Ну, камера, может быть, и не передаст, что тут как красиво, но он стоит очень красивый. Все заходят, у вас такой молодой человек красивый, только без головы. Наверное, думает, что это я в рубашке стою. Тут два, надо тебе подставить. Ой, я хотела бы кепку, думаю, не видно будет. Он будет так красивее. Ну все, ладно, пошел. Мне надо следить. Всем пока. У меня тут уже молодежь, меня моя местная уже передразнивает. Проезжают маленькие мальчишки и кричат, хадарики! У нас же камера же висит на этом. Ну, они туда-сюда балуются. Хадарики, я вас люблю. Да. А один мальчик приезжает, кричит, хадарики. Ну, я ему там остановился. Привет ему передай. На углу, да он там остановился и кричит, хадарики, через стекло, видит меня здесь? Я вышла, говорю, да, приходи, познакомься, тебе конфетку дам. Он учесал туда. Ну все, друзья, пока всем. Как это молодежь меня... У тебя опять станет возле камеры, будто... Подписчики, я тебя люблю, и так да, тоже. Да, вы в камеру не кричите, вы заходите ко мне, друзья. Девчонки и мальчишки, ну, я вас тоже всех люблю, обожаю. Друзья, что я так быстро от Толи ушел? У меня же здесь вот, смотрите, что. Аппаратик такой. Когда холодно, я вот занимаюсь таким делом. Все градусники здесь у меня. У меня очень много вишневого вина, 50 литров, да? А его никто не пьет. И я его начачу. Это без дрожжей, чисто вино. А вино-то делается с природных дрожжей. Вот она. Вот одна уже готова. И вторая сейчас. Вот в этой баночке 80 градусов. У меня такие вот спиртометры. Вот. Плохо видно. Вот так вот. Ну а что, в гости приходит кто? Брат приезжал осенью. Я ему целую сумку наложил. Вина, чачи всякой, с абрикоса, из винограда. У него аж Магнитогорске вышел, и у него сумки. Это, ручки у сумки оторвались. Орехов грецких он себе наколол. Мы целыми не даем, а говорю, вот на тебе, сиди их и долби, чтобы это. Потому что целая сумка орехов, если целых, то их там потом, это самое, орехоколом их мало получается. Ну все, друзья, в такую погоду только сидеть на летней кухне. Да, в этом году погодка нас не радует. В том году тоже весна была такая затяжная, долго не теплела. А вот 2 года, в 2019 году мы переехали,
Это значит, в 2020 году весна была, в 2021 была, ой, очень теплая. В марте месяц уже жара, в футболках, в шортах. Вот так вот не одевались в куртке. Ну, кто раньше жил здесь, говорит, другой климат был в Краснодарском крае. Летом не было, говорит, такой жары. Лето было отличное, не такое жаркое. А сейчас, говорит, уже жара такая сильная стала. И зима, говорит, была лучше намного. Не, ну вот в этом году зима не холодная была. Что-то один раз вроде было минус 16 ночью. Ну все, друзья, на этом видео буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.